Ответственность за привлечение инвестиций полностью или частично лежит на исполнительной власти, поэтому принимают так называемые стандарты. Каждый регион последние годы создавал свою систему привлечения инвесторов. Так вспоминает губернатор, он лично давал свой номер мобильного всем желающим работать на Нижегородской земле. Другие области действовали по-другому. Теперь в стране принимаются единые правила. Стоит отметить, что Нижегородская область сейчас становится ведущей по привлечению инвесторов. Так, за последние 7 лет приток зарубежных вложений возрос в 10 раз. Увеличим объем инвестиций, это в наших планах, с 268 миллиардов рублей в год до 460, это приблизительно в 1,5 раза. Исходя из цифр, вполне понятно, что многие стандарты работы с инвесторами основаны на опыте нашего региона. В первую очередь, это инвестсовет, который действует в регионе уже 7 лет. Финансовая поддержка приоритетных проектов и система государственно-частного партнерства. Все это уже дает положительные результаты. По объему иностранных инвестиций это 843 миллиона долларов. Это приблизительно на 48% больше, чем в прошлом году. Все документы для внедрения единых правил работы с инвесторами уже разработаны и в начале января поступят на рассмотрение в Минрегионразвития. Губернатор поставил срок принять стандарты до 1 февраля следующего года и сразу же приступить к действию. Инвестиций много не бывает. Их всегда бывает мало. Особенно в сегодняшнее наше время. Екатерина Снапкова, Алексей Зилов, Объективно, НТВ.